привет, вас привет, Настя Кальченко. Сегодня у нас в Бердянске вот такая вот зима. Вот, тут я снимаю на фоне такого забора. Он на самом деле снежный. Да, у нас снег. Он не снег, а вот смотрите. Вот, сейчас. Видите, все опадает. Вот, особенно тут, смотрите. Повалилась. О, моя рука. Так, ну давайте приступим. Ой, господи, снимать. Вот, в принципе, я буду снимать только всю зиму. Вот, это такой снег, в общем. Только вот, смотрите. Опа. Да. Вот тут. И вот еще. Это наш дом. Там, где я живу. Я живу на даче. И у нас много животных. Ну, в основном куры. Куры, сейчас я их буду снимать, как у них там прикольненько. Причем такая у нас обстановочка, ну там немного не очень обстановка, но в принципе вот это наш курятник. Курятник. Такая синяя дверь ведет. Тут светильник. Светильник не в курятник, а чтобы тут вот свет включать. Вот, видите, загорелся. Чтобы тут это ночью было освещение. Значит, тут все ведра, бойлер старый, все залило снегом. И вот эту вот бочку тоже все залило снегом. Вот наши и курочки. Сейчас, как-то, я не знаю, у них там, в общем, очень просторно, но надо как-то... Вон, куры выходят, короче, вон. Сейчас. Я просто немного хочу отряхнуть, чтобы так вот показать вам. Вот. Курочки вышли. Вот такая вот говнышка стоит, а так это все куры. Вот. Вот это вот накрыло полностью снегом сетку, чтобы они не улетели. Полностью накрыло снегом. Курицы, бедные, в шоке. Вот одна вышла посмотреть, что тут происходит. И чуть в обморок, наверное, не упал. И вот так же самое, как и вот... Вот, я там не знаю, как там, ну, в общем, я снимаю вот это вот то, что вот тут вот, это я снимаю вот тут вот. В общем, очень прикольно. Так, пошлите к самому интересному. Давайте пойдем через этот ход, потому что тут такая вот гора. Вот, только она гора это не из снега, только... а из... Сейчас. Вау, тут так прикольно. Класс. Ну, почти как гамак зимой. Ну, честно, как гамак зимой. Я туда залезла, я все сняла там, как курей. Эта гора не из снега, а вот... Сейчас я разгребу. Куча снега, как вы видите, из глины. Из глины. Вот тут яма. Такая вот. Ой, господи. Яма. Мой папа начал строить. И, в общем... Вот. Наконец-то Джессика вышла погулять на поводочке. Да, ну... Вот наша собака Боцик. Это порода Алабай. А вот Джессика, это порода Спаниель. А это порода Алабай. Это Боцик живет на улице. В общем, тоже в снегу. Вот, вот в такой вот будке залазит иногда вот в этот дом, короче. Ну, очень прикольно ему тут живется. Потом, дальше. Это у нас, значит, гусятник. Гусятник. Что-то выросло, какой-то сугроб, не знаю. Это гусятник. Ну, это наш гусятник, в общем, для гусей. Правда, гусей уже нет, ну, историю гусей я не буду вам рассказывать, а, да. И самое главное, не буду наконец-то снимать этот снег, а начну снимать вот это. Это все снежное, на камере не очень хорошо видно, но это все из снега, как будто в сказке, честное слово. Вот, класс вообще. А теперь это дерево. А теперь гамак.
Я на нем хочу полежать, только он, если я лягу, то он все рассыпется. Да, вот. Это уже не наш участок. Это участок нашего соседа, его Коля зовут, соседа. А вот тут все наше. Это мы огородили от гусей, чтобы они не смогли сюда идти. Вау, капец. Класс. Вообще, это тоненькая веревочка. Смотрите. Опа. Тонюсенькая. Вообще вся в снегу. Все тут в снегу. Понимаете? Это... Ладно, вообще это просто супер. Наконец-то настала недождливая, прекрасная просто зима. Мне даже не верится, что настала наконец-то. Это просто прекраснейшая зима. Я сейчас себя буду снимать. Ой, сейчас. Это супер зима. Мне вообще такое даже в сне страшно мне приснилось, что такая зима вообще бывает. Представляете? Еще и... В общем, класс, класс. Я вообще сейчас в ужасных перчатках. Ну, это не суть. Самое главное, что они теплые. Сейчас стоит мороз. Сейчас посмотрю, какая температура, если градусник висит. Я не помню, висит он или нет. Но точно знаю, что должен висеть вообще. У меня от такого мороза уже язык заплетается. Это кошмар. Это как настоящая уже зима получается. Не то, что там вот дождик идет какой-то, а настоящая нормальная зима. А вот и Джитька, вот и Джитька. Курятники. Курятники привязаны. Вот курятник изнутри, вот да. Рубка это какая, господи, зернорубка и кукуруза там вот что-то. А, овёс, в общем, вот. И ладно, давайте не в курятнике. В общем, это не зима. Это... Я даже словами не могу описать, что это. Но это, я знаю точно, что это не зима. Это лето. Нет, это не лето. Короче. В общем, я сейчас говорю всякий бред из-за этой зимы. У меня... Сейчас. Ну-ка. Если она посыпется, то... Нет, не посыпалась. Ну, чуть-чуть там совсем. А куда я, в принципе, иду-то? Я показать что-то хотела. А! Температуру! Ай, градусник сняли. Ладно. Ну и ладно. Зато мы знаем, что тут где-то минус ноль. Ну, ноль. В общем. Вот такая вот красота у нас сейчас. Зимняя. Это тоже все. Сейчас. Пью. Это тоже все снег. Все снежно, все в снегу. Вот тот забор, вот забор нашего соседа Коли. Это не нашего соседа Коли, это нашего соседа Саши. А вот то, вот как, где я показывала вам, это сосед Коля был. Ну, в общем, да, у нас два соседа. А, нет, не два, вот тут вот, значит, Саша, там Коля, а вон там вот соседка Женя. Вот, у нас три соседа. Нет, четыре соседа. Раз, два, три, и вот еще четыре. Тут Лариса живет. В общем, вот так в семье распределяется этот дома. Вот. В общем, прикольно. Мамочка, пожалуйста. Вот. И... Давайте еще пойдем. Я поняла. На, вот, значит, снимай меня. Итак, всем привет. Я уже сразу это сказала. И фу, классно. Это просто прекрасно.
Прекраснейшая зима. Прекраснейшая зима. Снимай дальше. Классно. Настя, на гамак. Гамак. Вот такой гамак! Нежный. Нежный, я сейчас на него лягу. Я первый раз лежу зимой на таком гамаке. Все, на, я пойду. Зима, очень прекрасная зима, прекрасная зима, хорошая зима, ужасная. Да, иногда бывает, что зима ужасная. Вот я немного перелезу, сниму его участок. Значит, вот, я на участке Коли, это наш сосед, вы уже как знаете. Стою на участке, я вот наш участок, это его участок. Ладно, быстренько перелезем, чтобы другие соседи не увидели. На этом, смотрите, это совершенно другой участок, но это наш, мы его выкупили. А вон то наш собственный участок. Этот забор уже сделал мой папа. Только через него, вот на том соседе, его тоже зовут Коля. Ну, только не этот Коля, а вот тот Коля. В общем, он, его, Джессика перелазит всегда в этот забор, в общем. Ну ладно, всем пока, я буду наблюдать за этой зимой дальше, и возможно буду снимать еще больше видео про эту зиму, про эту замечательную, прекрасную зиму. Да, всем пока.